На данный момент в интернете ходят фейки, именно недостоверная информация о том, что 10 котлоагрегатов, находящихся на ТЭЦ города Бишкек, разрушены. Это неправда. Повода для беспокойства на данный момент нету. Мы восстанавливаем режим станции. На данный момент растаплены и включены в работу 4 котлоагрегата, находящиеся на тепловом щите номер 3.